Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом, бонжур, хеллоу! Собираемся возле мерцающих экранов для того, чтобы изучать Тору и продвигаться по ступеням духовного развития. Да, давайте сейчас все собираемся. Всем хорошего, прекрасного дня. Сегодня 12-е Нисана. Сегодня такое, если кто знает, месяц Нисан. То есть удивительно, что каждый находится в своей реальности. И кто-то сейчас находится в Нисане, а кто-то в апреле. Яков Шатайдин Шалом. А кто-то и в Нисане, и в апреле. Очень интересно, да? То есть можно находиться одновременно и в Нисане, и в апреле. Можно находиться одновременно и в интернете, и географически, где вы находитесь, географически, кто где. Кто сейчас где находится, напишите, пожалуйста. Давайте интересно всегда посмотреть, кто где находится территориально. Я в Израиле, в Иерусалиме. Кто где? Яков тоже, я знаю, Шатайдин в Иерусалиме. А кто еще где находится? Давайте посмотрим. Сейчас, Мишли. Я пока готовлюсь к уроку, Мишли. 12 глава у нас. Так. Отлично. Михаил Ткач. Наверное, в Киеве, я думаю, Михаил Ткач находится, да? Доброе утро из Херсона. Как меня, кстати, видно, как слышно. Надеюсь, что и видно меня хорошо, и слышно хорошо. И сейчас, пока мы все собираемся в Санкт-Петербург, разные-разные города, все, представляете, мы находимся во всем мире, вообще, во всем мире, разные города, Влад Косов, Шалом из Хайфы, нас соединяет каким-то образом вот это вот. У меня, что меня больше всего удивляет, вот нереально меня это удивляет, что у меня телефон ни к чему не присоединен, что все вот это соединение по всему миру происходит без физического участия материальных вещей, то есть изначально сигнал из моего телефона, он идет по воздуху, и он не заметен. И это для меня самое главное доказательство, что есть духовный мир. То есть есть духовный мир. Вот мы не видим, а оно есть. Как сигнал, который идет из телефона, мы его не видим, а он есть. И он настолько сильный, что он может передавать урок Торы из Иерусалима по всему миру без провода, вообще без проводов, в течение одной секунды. Мы вчера был такой фарбриндинг, есть такое мероприятие, да, и вот там это было еще более явно видно. Здесь я вас не вижу, а там это было в зуме, и сидят люди, каждый в разных уголках мира, и в режиме реального времени общаются, то есть прямо видно, вот ты говоришь, а тебе человек отвечает, там из Харькова, кто-то из Нью-Йорка, кто-то из там других городов и так далее. И все в режиме реального времени. Все сидят у себя дома, и все друг друга видят одновременно. Там было человек, наверное, ну 100, не меньше. И вот ты можешь с каждым поговорить отдельно, можешь со всеми вместе. Это какая-то невероятная, ну невероятная вообще фантастика. И ты понимаешь, что вот этот вот мир духовный, он есть, и он первичен. Точно так же, как мы сейчас вот общались вчера там, видя друг друга, точно так же есть мир душ, мир ангелов там и так далее. Хорошо. Теперь, значит, сегодня мы изучаем сегодня невероятно важный вообще отрывок, который прямо, я считаю, что все, кто на него попали, 12 глава, мы сегодня уже дошли до 15 отрывка 12 главы. И это сейчас, ну, лично для меня, это вообще, можно сказать, один из самых важных отрывков в Мишле, который вообще показывает, как мир работает, как вообще все работает. Значит, в предыдущем мы учили, что «Мипри пи иш из батов», то есть давайте соединим прошлый урок с этим. Прошлый урок тоже был очень важный, 14-й. «От плодов рта человека насытится добром». То есть все, что у человека в жизни происходит, это плоды его рта. Если у тебя плоды твоего рта, ты говоришь вещи добрые, хорошие, правильные, умные и так далее, то ты насытишься плодами тут же. Плоды – это то, что ты сразу съедаешь.
Угмуль яде адам яшивло. И воздаяние рук человека ему вернется. То есть это уже воздаяние, это уже как бы долго ты себе создаешь то, что вот есть такое красивое восточное слово карма, когда ты создаешь себе как бы жизненный путь. Это плоды рук человека, да, потому что плоды рук, они более оказывают влияние на мир и так далее. Вот это то, что мы изучили в прошлый раз. Теперь сегодня говорится нам так. Дерех Эвиль Яшар Бейнав. Значит, путь Эвиль – это грешник-скептик. Есть грешник-скептик, который все, в первую очередь, Бога, Тору, заповеди, он все подвергает сомнениям. И Эвиль – это от слова «улай». В иврите есть такое слово «улай» – «может быть». Он такой, на все ему скептик такой, циник-скептик «может быть». И нам сейчас царь Соломон открывает великую мудрость, что путь вот этого грешника-скептика, он прямой в его глазах. То есть он все время, он в себе уверен. Он говорит, а кто вот это такой? Кто это вот сейчас урок ведет? Ицхак бен Дусевич? Не знаю Ицхака, что за имя у него такое непонятное. А он откуда знает? Да. Значит, дальше. Про другого, про третьего, про пятого, про шестого. У него все, что, на кого он не посмотрит, во всем он сомневается, а его тогда получается, его путь, то, что он сам верит, это прямо в его глазах. Он говорит, не, а вот то, что я делаю, вот это вот я знаю. Самое любимое слово для вот этого скептика, да, раз все не знают, он говорит, а я-то знаю. И он тогда живет по своим кажущимся ему прямым дорожкам. Теперь дальше продолжает царь Соломон. Вешуме лейца хахам. И слушает совет мудрец. Мудрец как раз, это удивительная вещь, что по Торе мудрец это не тот, который говорит «я знаю». Мудрец это по Торе это тот, который, мы учили уже в Перке, вот определение, кто такой мудрец по Торе. Написано «ми хахам», кто такой хахам, кто мудрец. «Аломет миколь адам», тот, кто учится от каждого человека. Как говорил царь Давид, который был царь вообще, царь, гроза вообще того времени, он просто его все боялись, он был ну, реально человек, который близкий к Богу, псалмы написал, да? Так он говорил, «Миколь миламда искалти», он говорит, «От каждого, кто меня обучал, я умудрился». «Ти эдосеха сихали», потому что твое свидетельство, он Богу говорил, твое свидетельство говорило со мной. Давид Амелек был на уровне высочайшего духовного такого уровня, где он видел за внешней оболочкой этого мира, он видел духовную реальность. И он понимал, что любое событие, которое с ним происходит, это Бог с ним разговаривает. А так как царь Давид знал всю Тору, то он понимал язык Бога, который был к нему направлен. А через кого Бог разговаривает? Через людей. И царь Давид говорил в псалмах, что говорит, я от каждого вообще я умудрился, потому что через каждого Бог ко мне говорит. Но мудрец это тот, который умеет услышать совет. Вот смотрите, да, как красиво написано, что дерех эвиль яшар бейнав, путь вот этого грешника-скептика, в большинстве переводов переводят не грешника-скептика, а просто дурака, то есть его не называют так, как развернуто грешник-скептик, его называют просто дурак, хотя он, его дурость, она в чем заключается, что он не слышит советов умных людей, то есть он в своих глазах думает, что он умный, в этом и является определение его дурости, но его путь прямой в его глазах, он говорит его любимое слово, я знаю, я знаю, я знаю. Теперь, почему мне этот отрывок очень сильно сегодня, прямо он меня, когда готовился к уроку, вдохновил, я читал комментарии Малбима на этот отрывок. И Малбим говорит, мы раньше учили в Мишле до этого, был такой отрывок, что есть легкий путь и смерть в конце. И есть тяжелый путь и в конце там счастье и удовольствие. Значит, он говорит, смотрите, как жизнь работает. И он приводит прямо пример, вот, который я обычно раньше всегда приводил. Он говорит, вот сидит человек, перед ним есть мясо и вино. Легкий путь – это получать удовольствие от мяса и вина. Он говорит, но потом он уничтожает свою плоть, он спивается, сжирается, становится обжорой и умирает от болезни. Он уничтожает, получается, свою плоть.
Теперь есть тяжелый путь, казалось бы, это взять под контроль свое тело, свою душу и, значит, минимизировать для себя удовольствие. Но человек, который сумел минимизировать для себя удовольствие, то есть он не зависит от них, он не гонится за ними, у него открыта дорога к вечному удовольствию, потому что его ничего не собьет от вечного удовольствия. И здесь мы опять же столкнулись с очень интересной историей, близкая перспектива и далекая перспектива. Теперь Тора, она нам дает далекую перспективу. Она говорит, живи правильно, живи по Торе, как Бог сказал, надо жить. И если ты будешь так жить, то у тебя и здесь будет все хорошо, и у тебя будет вечная жизнь. Это как бы внешняя оболочка Торы. Что говорит Эвель Скептик? Он говорит, а я сомневаюсь, а кто сказал? Вообще, кто это Бог, не Бог, правильно, неправильно? Кто мне может указывать? Я хочу, вот мой царь. Я хочу, это вот мой царь, вот мой Бог, вот мое управляющее звено. Хочу и буду. Это он говорит, это то, что здесь написано, что путь вот этого Эвеля у Яшар Бейнам, ему все понятно. Хочу и буду. Вопрос, что ты хочешь? Ну, понятное дело, что все же понятно. Я хочу отдыхать, развлекаться и получать удовольствие. Но что еще может человек хотеть? Это его как бы внутренний голос, который говорит ему «хочу», и он слышен и понятен, и его как бы не собьешься. Я понимаю, что это вкусно, а это невкусно. Это приятно, это неприятно. Это тяжело, а это легко. Все, вот одна такая, если жить вот как в таком однослойном мире, то в принципе все понятно. Поэтому и написано, что путь вот этого Эвиля Яшар Бейнав, он прямо в его глаза. Хочу и буду, все. Теперь, но чем отличается человек умный от человека вот такого глупого? Умный видит хотя бы на два шага вперед. Он видит, что вот такая, если хочу и буду, это называется эгоизм. Люди от тебя отворачиваются. Хочу и буду, это называется больное тело. Хочу и буду, это называется больная жизнь, потому что если человек только пытается жить по принципу хочу и буду, то его жизнь разрушается моментально, быстро и понятно. Тогда умный человек, он понимает, что есть краткосрочная перспектива, есть долгосрочная перспектива. И он понимает, что я спортом заниматься не хочу, это больно, это потно, это напряжение. Но я буду заниматься тем, что я не хочу, потому что на втором этапе у меня вырабатывается качество здоровья, у меня будет хорошее тело, у меня будет энергия и так далее. Мне неприятно обливаться на первом этапе, да, то есть это я не хочу. Я каждый раз, когда беру холодную воду, я дико не хочу. Но я понимаю, что на втором этапе это иммунитет, это хорошее здоровье. И это самое главное, это управление собой и своей внутренней вот этим животным. Теперь дальше здесь очень вторая вещь, которая здесь скрыта. Шуме лейца хахам. Слышит совет мудрец. То есть мудрец это тот человек, который умеет слышать совет. Если человек вдумается, любой из нас вдумается в свою модель мира, в свою картину мира, окажется, что каждый из нас в принципе вот во всем дилетант. Во всем дилетант, кроме единиц, которые профессионалы в какой-то своей профессиональной области, которые постоянно, есть доктора наук, профессора там, которые постоянно исследуют, апгрейдят, то есть они свои знания повышают и так далее, их можно назвать, да, эти люди понимают. Все остальные люди живут в модели мира, которая называется дилетант. Что-то слышал, где-то узнал, но реально не профи ни в чем. То есть все, включая меня, я в первую очередь дилетант во всем. Теперь, но в какой момент человек становится мудрец? В тот момент, когда он может услышать совет того, кто в этой сфере преуспел больше, чем он. В этот момент у человека открывается вообще все. Тебе нужно знать про иммунитет, обратись к тому, кто всю жизнь исследует иммунитет, прочитай пару книг. Все, у тебя есть совет людей, которые понимают в иммунитете. Тебе хочется узнать, как строить семейные отношения. Отлично, есть люди, которые всю жизнь изучают эту тему. Тебе хочется узнать, как воспитывать детей, как читать литературу, как запоминать, как попасть в вечный мир. Везде есть люди, которые посвятили узкой этой теме, посвятили жизнь. И здесь нам царь Соломон открыл величайшую мудрость.
Эвиль, вот этот грешник-скептик или дурак, как переводят в большинстве переводов, он, его путь прямой в его глазах. Он думает, что он знает. Вешумея лица хахам. Слышит совет хахам. Тот, кто слышит совет, он мудрец. Все. Это для меня прям вот реально основополагающая такая штука. К сожалению, даже когда ты находишь основополагающую штуку, какую-то идею, вставить ее к себе в мышление очень сложно, потому что мышление человека – это уже запрограммированная машина, которая программировалась годами, годами промывания мозгов в школе, в садике, и СМИ, и литературой, и всем-всем, что только, в общем, мусором, который входил в голову каждому нормальному человеку, ну, общество, масса. И когда ты даже находишь какую-то идею, которая могла бы тебя продвинуть вообще невероятно в жизни, эту идею запомнить и внедрить в свою систему мышления, в свою систему убеждений, эту идею внедрить очень сложно. Для этого нужно ее все время повторять, нужно ее доказывать себе же, нужно находить доказательства, нужно ее хотя бы запомнить, потому что если эту идею не запомнить, то ее нету. То есть она в одно ухо влетела, в другое вылетела. Поэтому если вы находите убеждение, которое вас ограничивает, а у нас все мысли о мире делятся на ограничивающие и вдохновляющие. И когда мы говорим о слове убеждение, убеждение это то, что не факт. Факт это то, что верит 100% людей, это поэтому и факт, что это не построено на вере. Но модель мира любого человека, она построена на вере. Я верю в Бога, а я не верю. Я верю в вечную жизнь, а я не верю. Я верю, что надо делать добро, а я не верю. То человек живет в моделях, которые все они построены на вере и на идеях. И вот когда вы хотите проверить свою жизнь, первым делом вы смотрите уровень удовлетворенности сегодняшним положением. Уровень тревожности, уровень удовлетворенности, уровень ваших результатов. Если вас вот это устраивает, то ничего менять не надо. Этот уровень является следствием вашей модели мышления. Но если вы хотите какую-то другую жизнь, например, вечную жизнь, тогда нужно пересмотреть свои убеждения. Если вы хотите здоровую жизнь, надо пересмотреть свои убеждения о здоровье. Если вы хотите жизнь богатую, надо пересмотреть свои убеждения о богатстве. Понятно? А для этого вот у нас есть 15-й отрывок. Шумеа лейца хахам. И услышит совет мудрец. То есть нужно взять идеи работающие и вставить себе в голову. И второй отрывок сегодня, который тоже является вообще продолжением этого, но он тоже один из таких прям краеугольных в мышлении человека. Второй отрывок такой, Тедзайн. Эвиль, Байом и Вадака Асо. Значит, опять идет история про этого же Эвиля. Эвиль это отрицательный персонаж, грешник, скептик, как объясняет Малбим, или дурак, как объясняют большинство переводчиков и комментаторов. Значит, Эвиль вот этот вот, Байом и Вадака Асо. В день он показывает свой гнев. То есть Эвиля можно сразу вычислить, потому что он очень проявляет свой гнев и свое раздражение наружу. Это признак вот этого грешника-скептика или дурака. Первый признак – это слово «я знаю», он все знает, его путь прямо в его глазах. Второй признак – он гневается на остальных, которые не делают, как он. Эвиль, Байом и Вадека Асо, Векосе Калон Арум. И прикрывает, колон это позор хитрый. Прикрывает позор хитрый. Значит, здесь нам дается две крайности. Значит, хитрые люди делятся на категории. Да? Есть вот этот вот ксиль. Ксиль это грешник по вожделению. Это человек умный, но у которого его вожделение сильнее, чем его ум. Такой обжора, пьяница, развратник, который говорит, ну я все понимаю, но не могу я, ну вот я не могу от этой креветки отказаться там или от этого мяса, не могу. У него вот не могу и все, или хочу, или не могу. Теперь вторая категория, это тоже он называется, переводят обычно два этих типа грешников, ксиль и эвиль, переводят одним словом дурак. Но если глубже копнуть, то ксиль это грешник по вожделению, у которого хочу сильнее. А Эвиль это грешник-скептик, который все отрицает и считает себя умнее всех. Вот два типа грешников. Теперь дальше. Есть хахам. Хахам это мудрец, который собрал у себя
мудрость, божественную мудрость. То есть мы сейчас изучаем божественную мудрость. Тот, кто все Мишли, все притчи запоймет, запомнит и сможет повторить, он становится мудрейший из всех людей. Как царь Соломон, который создал эту книгу, он получил мудрость от Бога, он был пророк, и он эту мудрость передал нам, то есть он все это знал, он так жил. Значит, это называется мудрец. Теперь есть такая категория, которая называется Арум. Арум – это человек с сильным интеллектом, который живет, он, нельзя его назвать грешником, он где-то посерединке. То есть у него сильный интеллект, он управляет своим телом, своими эмоциями, но у него нет божественной мудрости, то есть системы аксиом, которая переведет его в грядущий мир, в духовный мир. У него этой системы нет. Он очень хитрый. И он может какое-то время преуспевать своей хитростью, но так как он с Богом не связан, то его хитрость, она его приводит к каким-то краткосрочным победам. Теперь вот здесь говорится нам про две категории. Значит, здесь говорится нам про Эвиль, это грешник-скептик, и Арум, это хитрый человек, у которого сильный интеллект. Значит, говорится о ситуации, когда что-то тебе не нравится. То есть мир так устроен, что чем больше ты себя считаешь Богом и хозяином мира, тем больше у тебя будет моментов для разочарования, потому что другие люди могут это не признавать. И ты хочешь, чтобы было вот так, а они тебе говорят, ну, а мало ли что ты хочешь. И человек, который слишком пытается продавить свою позицию, он будет все время натыкаться на сопротивление, и у него будет гнев. Гнев – это реакция, что мир не действует по моим правилам. Раздражение – это маленький гнев. Обида – это тоже маленький гнев и так далее. То есть это все признаки вот этого грешника-скептика, который недоволен миром, недоволен Богом, недоволен тем, что все идет не по его. Его эго сильное, и он недоволен. Теперь, значит, как ведет себя грешник-скептик? Он сразу же выдает свой гнев. Он сразу начинает гневаться, воевать, обвинять других людей. То есть он вступает в конфликтную ситуацию. Говорится у нас, сказали мудрецы в Торе, в Талмуде есть такая фраза, что Акоэс Белибо, тот, кто гневается в своем сердце, как будто бы служит идолам. Вот тут мы ушли чуть-чуть глубже. Значит, есть грешник, который худший вариант – это гневаться сразу и вступать в конфликты с людьми, выражать свой гнев – это позор. Многие знают вот этих людей, которые орут, психуют, у них пена изо рта, их забирают на дурку в крайней форме. Есть люди просто, которые пилят мозги всем окружающим, от них уходят. Ну, то есть люди по-разному выражают свой гнев наружу. Это худший вариант. Второй вариант – это держать в сердце своем гнев. Такой гнев человека разъедает, и этот гнев приравнивается к идолопоклонству. То есть он служит своему «я». Значит, еще раз, худший вариант – это выражать наружу. Здесь о нем говорится. «Эвиль, Байом и Ваде Каасо». Он его выдает наружу. И дается нам второй вариант в Талмуде, что гневающийся в сердце своем как будто бы служит идолам, и он разъедает себя. Третий вариант здесь нам дан. «Векосе колона рум». Хитрый человек, он вида не покажет, он особо гневаться не будет, но он отомстит. Хитрый человек, он найдет нужный момент и отомстит, и сделает так, как надо, но он живет в двух-трехходовой схеме, и он не будет сейчас выражать это, но он запомнит и он отомстит. Это хитрый человек, который лучше, чем вот этот грешник. Потому что, в принципе, он имеет право мера за меру и по большому счету, по простой схеме. Вот этот хитрый человек, он имеет право сделать другому то, что другой сделал ему. Но здесь, да, здесь не указана высшая ступень. Высшая ступень – это человек, который хахам, мудрец. Он живет по совершенно другой системе. Он живет по системе веры стопроцентной, что все от Бога. По Торе запрещено быть злопамятным, запрещено мстить. Теперь, что делает хахам, если на него нападает какой-нибудь такой Ивель? Мы берем пример царя Давида. Выходит царь Давид из города, за ним гонится армия его сына Авшалома, который восстал против царя Давида. Представьте, великий праведник,
написал псалмы, с Богом разговаривал полностью, готов был жизнь отдать. Когда Голиат против Бога выступил, царь Давид вышел против Голиата вообще без оружия и убил этого великана. То есть был человек, который цадик, праведник, и мы с Богом разговариваем уже 3000 лет его словами. Его родной сын Авшалом восстает против него и хочет его убить. И царь Давид, он выходит из города со своим отрядом близких телохранителей. Он выходит и идет навстречу на него какой-то идет Шими Бенгера, его звали. Этот Шими Бенгера начинает его позорить, ты там на него, начинает его позорить страшными словами. Военачальник царя Давида, царь Давид сам был воин, у него был спецназ такой вместе с ним. Он говорит, да, я сейчас его, эту собаку, сейчас я его уничтожу, вообще убью его. Царь Давид ему говорит, стой, говорит, это не он меня позорит, это сейчас Бог меня позорит. Видно, сделал я сейчас какие-то грехи, пускай сейчас мой позор снимет с меня эти грехи, и Бог меня простит. Это значит, говорит, что-то я, где-то я согрешил. И он, значит, этому говорит, иди, говорит этому Шиму Бенгере, иди, значит, с миром, все. И идет он, страдает, ему плохо. Но он понимает, что через вот эти вот страдания, которые сейчас есть у него, он где-то очищается. Он хозер бетшува, он делает, раскаивается, он Бога просит. Он понимает, что не сын на него восстал, и не этот его позорит. Это у него есть личный, какой-то с Богом есть у него личный разговор. И это Бог сейчас, мы же приводили царя Давида, мудрейший из людей, он говорит, «Миколь миламда искалти, тидусеха сихали, от каждого, кто меня поучал, я умудрился, твое свидетельство говорило мне». Он понимает, что это сейчас Бог с ним разговаривает. И он уходит, он там проводит свой внутренний диалог какой-то с Богом, он раскаивается, все. Армия Авшалома нападает на армию Давида. Царь Давид говорит, ну, не воевать мы не можем, но сына моего не убивайте. Он в этот момент, он всех просит военачальников не убивать сына. Но есть закон в Торе, что тот, кто царь, его почет, это почет тоже от Бога. И он не имеет права простить почет, потому что это будет неуважение к Богу. И его военачальник убивает Авшалома. И царь Давид возвращается на престол обратно, и мы много учим из всех этих историй. Но здесь как раз про это не написано, но Хахам мудрец, он понимает, что все от Бога, и любая ситуация, в которую попал человек, она для его исправления, улучшения, она его чему-то учит, она ему помогает. И тот, кто так относится к реальности, к людям и к Богу, он настоящий мудрец, у него будет внутри мир, мир с Богом, а потом это перейдет на мир с людьми, потому что люди, они в принципе, это все равно, все в этом мире, это посланцы Всевышнего. Если человек верит, что Бог его любит, то он будет всегда спокойный и радостный в любой ситуации. Все, дорогие друзья, всем, это был сегодня очень для меня лично важный, вот прям два отрывка сразу, они прямо дают такую, могут дать человеку стержень в его картине мира и помочь ему очень сильно. Шумея Ица Хахам слышит советы мудрец. И второе, что настоящий мудрец, он не гневается, не мстит, не злопамятный. Он понимает, что Бог с ним всегда разговаривает, Бог его любит. И он через свой мир с Богом, он делает мир с людьми. А когда есть вокруг мир с людьми, то это вообще идеальная ситуация в жизни. Все. Всем удачи, успехов, здоровья, счастья и мира. Да, чтобы был шалом внутри, шалом снаружи и шалом в высших мирах, чтобы было все отлично. Все, всем пока.